Новая замануха, народ, в украинских магазинах, в частности в Киеве. Собираю сейчас магазин за фруктами, овощами, и тут вдруг вспоминается, что пакеты теперь у нас платные. У нас введены ограничения на использование пластиковых пакетов в супермаркетах, в магазинах и так далее. Ну, мне сейчас нужно идти в овощной отдел, да, я буду покупать там яблоки там, и так далее и тому подобное. Ну, сколько они там стоят, эти пакеты? По 2 гривны штука. Я вспоминаю, что у меня в шоколадке есть целая пачка, такая стопка пакетов, которые складывается еда, когда я иду на работу. Ну, я себе взял столько, сколько нужно этих кулечков долбанных, вот они целые это, жмут этих кулечков, и буду пользоваться. У меня возникает вопрос, те, кто придумал эти ограничения, они что, реально думают, что народ будет меньше пользоваться пластиковыми пакетами? Да я сейчас куплю еще 3 пачки по 100 штук и буду пользоваться столько, сколько мне надо.